Добрый день! Сегодня 1 июля 2019 года. Я в третий раз за две недели заезжаю в этот прекрасный магазин. И в третий раз обнаруживаю просроченные товары в отделе детского питания. Возьмем брокколи. Вот. Этот замечательный отдел. Вот. Опускаемся. Видим, индейка прекрасная. 42,99 за 80 грамм. Итого 450-500 рублей за килограмм. Берем первую же баночку. Смотрим. Так. Так, так, так. 9.04.19 года. Употребить до апреля 2019 года. На дворе 1 июля. Опять 9.04. Апрель 2019 года. Берем следующую баночку. 9.04. Апрель 2019 года. Вот замечательно. Сколько здесь еще? Вопрос. Третий раз за неделю работники магазина не убирают просроченное питание. Вот, пожалуйста. 9.04.19 года. Вот. Употребить до. Смотри на крышке. На крышке замечательное видео. Апрель месяц. 3 месяца просрочки. Позавчера здесь был еще и 18-й год. Полгода. Так, я напоминаю, сегодня 1 июля 2019 года. Мы приобретаем в магазине Пятерочка, Троицкая, Юных Коммунаров, детское питание, индеечка. Султан, не встать, пожалуйста, быстрее. Девушка, в третий раз за 2 недели прихожу к вам в магазин. Вот эту индеечку не убирайте. Я вот снимаю. Посмотрите, это апрель месяц везде. Тихо, Саша. Апрель 2019 года. Тихо. Апрель. Вам уже приходила Заря Кубани, снимала это все. 18-й год был вчера, у вас тут стоял. Это все апрель. Как это по закону должно выглядеть? Почему третий раз за 2 недели у вас просрочка? А если бы я не глядя посмотрела? Все стоит без холодильника. Как бы зарабатываем все честно, хотим хорошие продукты покупать. И вот все, это все просрочено, правда, девушка? Ну, вас не слышно. Все просрочено. Я констатирую факт, что 1 июля 2019 года, третий раз за 2 недели, я вот это вот продукты нахожу здесь. Вот. Очень обидно. Передадите, да, мы будем наведываться к вам. Мы хотим покупать качественные продукты за заработанные честно деньги. Спасибо.